Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России под контролем. Как передает Интерфакс, российский лидер отметил, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем. При этом, по его словам, необходимы дополнительные меры для снижения его влияния на экономику. Глава государства озвучил планы о встрече с руководителями ведущих нефтегазовых компаний. Он планирует посоветоваться, как мы будем реагировать на то, что происходит именно в мировой экономике. Президент подчеркнул, что негативные последствия дают о себе знать. Также он заявил о чувствительной реакции рынков на события планетарного масштаба. На этом у меня пока все, а больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!